Потрясающе пахнет. Я добавила острый перец. Джимшит, давай идем. Идем, идем, я сварила суп. Проходи, суп готов. Я уже налила. С приправой, тетя Мариаман. Я поеду домой. Исключено, я уже налила суп. К тому же я должна сегодня поговорить с вами. Давай садись, поедим все вместе. Наш малыш вырос и садится за стол со взрослыми. Мой ненаглядный. Он поел, тетя? Тетя, подай хлеб. О чем ты хотела поговорить? Если снова заладишь, что уедешь, мы поссоримся. Нет, меня отсюда не выкурить. Я хотела избавить тетю Мариаман от этих мук. Тетя Мариаман, возвращайся, наконец, домой. Проблема с тем, кто и что скажет, решена. Я теперь в разводе. Ильяс тут же на следующий день побежал и женился. Я больше никому ничего не должна. Он абсолютно спокоен. Так зачем нам нарушать покой? Ты возвращайся в этот дом, а я поселюсь с сыном в маленьком доме. Что скажешь? Скажу, что мы об этом уже 100 раз говорили, Сия. Тогда вам не будет покоя. Возможно, Илья женился, но это маленький город. Твоя семья узнает, и на этот раз они от нас не отстанут. Я решительно. Если я вас стесняю, я соберу вещи и уеду. Я не допущу, чтобы кто-то из-за меня теперь испытывал трудности с жильем. До этого дня остро стоял вопрос с опекунством Мехмета. Но отныне его отец пошел своей дорогой. Теперь каждый занят своей жизнью. Дело не только в опекунстве. Ты будто не знаешь наш народ. Вообще-то Асия правильно говорит. Сейчас положение изменилось. Ее муж не смеет отчитывать ее после того, что сам сделал. Хорошо, пусть Мариаман возвращается к себе. Но я буду жить в маленьком доме. Я не желаю больше спорить на эту тему. Тот дом для ребенка непригоден. Вы останетесь здесь. Все равно скоро весна. А мне с лихвой хватит этого дома.